Мы приехали в село Лебедево. Вот здесь Лебедевский сельсовет. Как администрация. Улица Центральная называется. Здесь вот дома. Дорога, кстати, очень хорошая. Знаки яркие. Памятники воинам-освободителям. А вот это Лебедевская школа. Здесь папа и мама преподавали, работали. Папа работал директором. Вот. Можно сказать, вот так вот мы входим. Дети, вот автобус школьный есть. Вот такая вот школа. Мама работала биологом, а папа устроился директором, работал. Папа сразу работал. Как только мы выросли с Толей, подросли, мама пошла сюда работать биологом, учителем. Вот она, Лебедевская школа. Выходя из школы, вот можно видеть Лебедевский культурно-досуговый центр. Возможно, это дом культуры, скажем так. Да, получается, 35 лет назад мы отсюда уехали с семьей в Новосибирск.